Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитро, мы продолжаем играть в Guerrilla Generals 2 Ace. Так, очередная миссия. Танки, артиллерию, все назначаем. Погнали. Так, 12 раундов. 3 звездочки. Бункер. Какая-то точка вот здесь. И аэропорт. Понятно. Попробуем сбалансированную атаку провести. С артиллерии вдарим по танку. Минус 50. Так. Вот так въедем. Мораль занизим. И добиваем. Смена хода. Так, нам еще надо удержать базу союзническую, зелененькую. Ну, надеюсь, справимся. Так. Пехотой остаемся здесь. Добиваем несчастных пехотинцев. Так. К сожалению, попадем под удар артиллерии вражеской. Придется тут всю нашу технику использовать. Я чувствую, что там нас ждут неприятности серьезные. О, 48 хелл сняли. Прекрасно. Так. Отлично, сняли. Первая точка захвачена. Меняем ход. Атакует один из наших танков. Так, тут можно произвести огнеметчиков. Давай к нам произведем и меняем ход. Отковали пехотинцев наших. Зеленые пошли в атаку. Они пойдут на бункер, скорее всего, поэтому. Устроим им сюрприз. Нападем совсем в другую точку. Так. Меняем ход. А еще... А. Пехотой высадиться можно. Ну, по всей видимости... Да, уничтожит у нас пехотный отряд. Ничего, главное, аэродром займем. И оттуда уже будем отталкиваться непосредственно. Так, подъедем артиллерией. Жахнем. И тут по пушке. Активируем способность. На восстановление ХП. Враг на артиллерии стоит. Так что нам тут будет проблемно.
Берем огнеметчиков, меняем ход. Так, сообщили нам, что враги близко. Ударим. Присанем генерала. И по пехоте придется пройтись нам немножко. Атакуем танк. Возьму еще огнеметчиков. Меняем ход. Танк у нас расфигарили. Но в целом, в принципе, держимся неплохо. Опять бьем по неприятельскому генеральскому танку. Лупим по бункеру. Так, высадимся в огонек. Немножко подожжем вражеских юнитов. Берем еще огнеметчиков. Огнеметчики тут затащат. Меняем ход. Так, сейчас пушку ликвидируют. Очень хорошо. Давайте, огнеметчики, гасите уже их. Так, теперь танком. Уничтожаем, занимаем позицию. Надо бы радару навалять. Сейчас у нас будет достаточно войск, чтобы добить противника и победить. Меняем ход. Так. С танка добьем пехоту. Займем позицию. Атакуем этот радар дурацкий. Два хода осталось нам до того, чтобы победить. Бункер уничтожен. Высаживаемся огнеметчиками. Этими огнеметчиками атакуем. Меняем ход. Уничтожили один из танков наших. Ничего, сейчас тут вдарим огонька. Добавим. Все. Победа. 3 звездочки, 11 ходов.
На этом пока закончим. С вами был Дмитрий Рав. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, будем всех продолжать прохождение. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!